Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет! С вами, как всегда, мы, Эл и Дес, и мы готовы предоставить вам новый выпуск «Вопрос-ответ». Ну что ж, поехали? Не поехали. Здравствуйте. А теперь поехали. Ну, давай. Итак, первый вопрос к тебе. А, собственно, к тебе сегодня много вопросов, так что ты еще наговоришься. Эл, пройди, пожалуйста, The Binding of Isaac. Он не такой дорогой и веселый, если не хочешь, пусть пройдет дезертирка. Насколько я знаю, ты же его проходил, но не записывал. Ну, я его не записывал, да. Ну, давайте подождем, когда дезертир. Какой тонкий ответ, что я не буду это проходить. Не буду проходить его. Хотя, я помню... скоро. Да, хотя я, по-моему, его даже купил кому-то. Ну да ладно. Да, если он у меня есть, я пройду. Да, он у тебя есть. Даже куплен. Ну, замяли вопрос. Ждите. Все, ждите. Он через 10 лет пройдет эту игру. Да, я слушаю ваш вопрос. Давай, Дес, будешь ли ты проходить Plants vs. Zombies? Первую часть, потому что двойки я там не вижу. Ну, я не знаю, а, собственно, по сути, ее как таковую и пройти-то, ну, вроде как нельзя, потому что, можно, да, то есть там есть как бы компания, как бы ее можно пройти, но какой смысл, честно говоря? Ну, можно, в принципе, когда-нибудь к ней вернуться. Кстати, возможно, во время этого подкаста я ее и пущу, кстати. Чувак, люди проходят Happy Wheels, о чем ты можешь говорить? А, ну, да, о чем я могу говорить. Ладно, тогда переходим к следующему. Раз уж ты заставил нас отгадывать, где ты живешь, то у меня есть пару вариантов стран возле Голландии. Скажи, если есть правильный ответ. Эстония, Латвия, Литва, Германия, Италия, Франция, Украина, Белоруссия, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Швеция, Чехия, Словакия. Ну или ты опять переехал в Россию. Все, что говорит с Голландией рядом, и в списке была Голландия. Нет, я вообще переехал в жаркие страны. На время. Вот так вот, гадайте дальше, люди. Где я могу быть в жарких странах? Тут очень жарко. Недалеко от экватора. Окей. Эл, не было ли мысли создать свою группу в Raid Call и, возможно, в будущем проводить на ее платформе стримы, где во время игры вы сможете говорить с игроками? Ну, чтобы там матерились, ругались. Мы не можем порядок в сообществе Старкрафта навести, а каком рейд-коле вы им говорите, люди. Ну, идея хорошая. Если не против, я вставлю свои 5 копеек. Да хоть 10. Хорошо, 10. Итак, суть в чем? Red Call — дело хорошее. Даже можно, по сути, в том же самом скайпе ту же самую группу собрать и спокойно общаться, но есть одно маленькое но. Если я могу поручиться за себя, за некоторых моих друзей, с которыми я часто играю, да, которые я знаю, что будут себя вести более-менее нормально, я могу поручиться за Элку, он может вроде как поручиться за меня. Но мы не знаем, кто может присоединиться к данной, к примеру, группе. А присоединиться, как я понимаю, сможет каждый. И, соответственно, будет шум, гамма, непонятки. Будет все перебивать, говорить во время тогда, когда говорит другой. И, в общем, будет много чего плохого. И стрим от этого станет не намного лучше, на самом деле. Да, поэтому давайте в чатиках общаться, в сообществе. Это легче всем. Да, поэтому без обид, но, скорее всего, нет. Хотя идея, естественно, хорошая, я ее полностью поддерживаю. Но не всегда отвечаем за адекватность остальных людей и за нормальные отношения друг к другу. Всякое может быть. Ладно, следующий вопрос. Эл, есть ли у тебя запасной ключик для Диабло? Оригинальный Диабло 3? Если да, то будешь ли ты его разыгрывать? Нет, ключа у меня, конечно же, нет. Откуда такое счастье? Если бы он был бы, давно бы разыграл, естественно. А так нет, извиняйте, друзья, товарищи. Че, тебе вопрос? Дес и Эл, будете ли вы играть в Natural Selection 2? Очень хочу увидеть от вас прохождение. Если что, могу дать аккаунт с Natural Selections. Вот так вот. Но тут все в целом, как обычно, зависит не от меня. Поэтому пусть отвечает тот человек, от которого это зависит. У меня как бы проблем со временем обычно не, ну, нормально, то есть я могу записывать, играть и так далее. Вот. Но вот у Элкина пока... Ну смотри, как-то... мы ждем ключ с прошлого, точнее аккаунт с прошлого подкаста. Ну тебе написало 3 человека. Ну и... я всем сказал давайте, но мне никто не дал. Так, тогда напоминаем.
На прошлом подкасте мы говорили об игре Saints Row 4, которую собирались проходить вдвоем в кооперативе с Элкинсом. Если кто-то все еще хочет или желает предоставить аккаунт, то пишите ему напрямую сразу. То есть не под подкастом, а напрямую в личку. И там он вам ответит. Желательно, если вы хотите, то сразу прям отправляйте свои данные, и он прям сразу подключится. Только именно вот ему в личку. То есть заходите в канал, там есть такая строчка «Отправить сообщение». И вот туда вот пишите. Вот. Давай. Давай. Эльтара Тасадар и дезертирка, я готов пожертвовать на турнир 3000 рублей, только скажи, плиз, ваши логины в скайпе хочу добавить. Вот почему я это прочитал, хоть это и не вопрос, объясняю. По той причине, что еще раз сказать, что давая деньги, жертвуя их на наш турнир или что-то в этом роде, какой-то конкурс, неважно, вы даете их без возмездно, как говорила одна хорошая сова. Вот. Поэтому у вас не будет никаких привилегий. Вы просто даете деньги и все. Если вас это не устраивает, ну, ваше дело. А, вот, так что без обид. У тебя есть что по поводу сказать? Ну да, помнится, нам выделяли уже деньги, и, по-моему, было все нормально, да? Насколько я помню. Человек да. просто дал их, и мы ему 100 раз то же самое повторили, что ты имеешь право участвовать в турнире, но привилегии и поблажек мы тебе делать никаких не будем. Мы можем тебя также кикнуть из турнира без всяких объяснений. Поэтому скайп вот не надо спрашивать. Просто говорите, куда перечислить и какую сумму хотите пожертвовать. Мы вам даем реквизит, и вы это делаете. Единственное, на турнире мы несколько раз говорим, что это благодаря вам этот турнир. Да, все. Это без вопросов. То есть про то, что именно вы там дали, пожертвовали и прочее, это мы говорим всегда и благодарим и прочее, прочее. То есть здесь вопросов нет. То есть это да, это будет. То есть о вас узнают. В этом плане вы не беспокойтесь. Да, вы героем станете среди да. наших подписчиков. Давай, вот. Я тебе. Как вы полюбили, давай быстренько, как вы полюбили Диабло, если у вас девушка? Ты меня в ступор этот вопрос поставил. Я не говорил, что я его полюбил, хотя Диабло это девушка. Я еще со второго Диабло в него играю, но он мне просто нравился. Но он есть у тебя как девушка? Он как девушка, у меня его нету. Я подумываю статую Диабло купить, вот эту железную. Чтобы большую. Она у тебя была. Да, чтобы она у меня была. Но меня останавливает пока что таки ее цена, она недоступна для меня. Ну вот, а так, я давайте, ты выкручивайся. Как ты полюбил ее. Ну не знаю, я помнится еще в игровых клубах с первого Диабло играл когда-то очень-очень давно, но на ПК удалось поиграть лишь со второй части. Вот. Тогда еще торрентов и вообще всего прочего такого не было, поэтому я как-то играл только немножко в первую, сильно немножко во вторую, прошел ее полностью и в третью, соответственно. Поэтому да, я полюбил очень давно, еще с детских малых лет, это было примерно так. Насчет девушки, да, есть, я так понимаю, Элкин, кстати, на вопрос не ответил, он уклонился от этого вопроса. Да я вообще-то в подробностях рассказал. Ладно, Элодес, будете ли вы играть в Ace of Spreads? Игра офигенная, жду ответа. А ты сейчас... будешь играть? А меня сейчас просто надо было, на самом деле, вот жалко, я действительно иногда жалею, что не снимаю с камерой, вебкой. Потому что сейчас просто надо было видеть мои глаза, как они расширились, потому что я даже не знаю, что это за игра. Вот, может, я, конечно, дурак и что-то прям офигенное мейнстримовое пропустил, но как-то не знаю, поэтому сложно сказать. Ну, если Элкин будет, то, наверное, будем записывать. Так, не знаю. Посмотрим. Я тоже не знаю такую игрушку. Вот, мы, к сожалению, не все игры знаем, поэтому, Эл, в воскресенье я захожу на канал Проснистый, там у вас стрим. А почему в воскресенье ты на стриме Деза не играешь, а? Негодник. Негодник спит. Порой. Но сейчас я бросил эту вредную привычку. Сейчас я в зале пропадаю. С 12 до 2. Или с часу до 2. Вот так. Тренировки нельзя пропускать.
Нет бы прийти, там, не знаю, к половине стрима, зайти в скайп, позвонить. А ты все равно трубку не возьмешь, ты вечно сам. Не, у меня скайп обычно в этом висит. Ладно, Эл, добавь меня, пожалуйста, в друзья. Ну, я думаю, ты ответишь на это. Заходи в сообщество, когда увидишь меня в сообществе, правой кнопкой по мне и добавить в друзья. Все, проблема решена. Или можно даже в само сообщество зайти, если меня там не будет, зайти в участники, там найти меня, там поиск есть, и добавить. Все. Да, но при всем при этом обратную сторону мы не делаем. То есть вы нас можете добавлять, друзья, тут вопросов никаких, но мы обратно, как правило, добавляем только тех людей, которые, ну, с которыми мы общаемся или что-то в этом роде. Поэтому, ребят, без обид, честно. Итак, теперь к вопросу от этого же человека. Эл, что ты думаешь проходить в этом году? Насколько скоро будет Diablo 3? Можно я тебя перебью? Давай. Я думаю, что ты думаешь проходить Diablo, думаешь не проходить StarCraft Void. Да, не буду. Его, кстати, в этом году не будет, по-моему. Потом жду с нетерпением открытый бета, или хотя бы, если кто-нибудь получит ключ на героев и пришлет мне, вот его, ее буду проходить. А пока не знаю, что там еще Blizzard планируют выпустить. Не знаю, летом обычно нету ничего интересного. Все самое вкусное в сентябре, в октябре выходит. Не так ли? Угу. Где-то так. Так. Поэтому затишье, скорее всего, будет небольшое. Сейчас с понедельника будут выходить очень интересные серии. А мы когда, кстати, этот подкаст будем выкладывать? Ну, я думаю, в понедельник. А, ну ладно, тогда вы будете уже смотреть кое-что, не буду все равно говорить, что. Вот, тогда читаю следующее. Близзарды сильно обнаглели, сильно ломят цену за свои игрульки. Диабло не стоит 300 гривен, ее пройти можно за 12 часов, а дополнение у них это катастрофа, цена наравне с оригиналом. Эл, тебе спасибо за прохождение игр. Ну и вопрос, Эл, когда будешь проходить StarCraft HOTS на эксперте? А начну с последнего. HOTS на эксперте проходить не буду, поскольку есть нормальное прохождение. Крылья я решил пройти на эксперте, потому что мне не нравилась моя старая запись. И поэтому я просто переписал на высоком уровне. В смысле, на уровне сложности прохождения, а не по качеству видео. А HOTS я трогать не хочу. Может быть, там меня кто-то дернет, и у меня что-то бзик какой-нибудь будет. Ну да, вот завтра я ему скажу: чувак, а вот здесь можно было лучше. И он такой: или черт, можно ты устроить, правда. Или устроить стрим-марафон, не знаю, как хотите. Да, я бы даже на таком поприсутствовал бы, покомментил свое мнение. Идея хорошая. Не, а ты можешь его, например, на Good Game или на Твиче сделать? Twitch и Good Game, у них далеко серверы располагаются от экватора. Я не буду говорить, где я живу. И поэтому сигнал туда очень долго идет. И просто стрим захлебывается. Ну а ты как тогда говоришь, ты можешь его передавать мне, а потом я его буду... Ну когда я тебе эту идею говорил, ты ее не поддержал. Вот, нет, ну, будем надеяться на самом деле, что YouTube все-таки уменьшит свои задержки и будет все лучше. Ладно, давай, вопрос. LDS, будете ли вы проходить Mortal Kombat? А в кооперативе, если есть там такой режим. Но тут заключается сложность в том, то, что он у меня есть на консоли, но его нету на ПК. И в связи с этим, если мы и будем проходить, то только на консоли и, соответственно, только без записи. Потому что у меня нету никакой возможности, скажем так, записать с консоли видео. Вот. Не, но мы можем, конечно, подставить камеру к телевизору, настроить ее. Но, по-моему, это будет как-то, знаешь, как-то странно. Это супер-мега-прохождение в 2014 году. Да, совсем, совсем необычное такое. А, хотя я не любитель Mortal Kombat, мне больше нравится Tekken, поэтому простите, у меня консоли нет. Давай следующий вопрос. Вот, Эл, ты не будешь проходить StarCraft 2 Legacy of the Void? А зря, мне понравилось, как ты проходил сердце Роя, и поэтому ее купил. Видишь, человек из-за тебя купил, а ты проходить не будешь, ты вообще обнаглел. Все, все, чувак, вот этот, комментарий меня все больше и больше приближает, чтобы я марафон устроил. Я его реально, наверное, устрою на эксперте. С матюками там, с фейлами, с прочей ересью.
Ладно, давай. Вот. Кстати, обнови страницу, я смотрю, там новый комментарий у меня появился. Okay. Так что давай, следующий твой вопрос. Будешь ли ты играть в Elder Scroll Online? В онлайн нет, не буду. Почему? Ну, во-первых, мне вселенная Elder Scroll особо не привлекает, и я в нее так поиграю и заброшу, а во-вторых, я даже не знаю, ну не очень она мне прет, поэтому нет, скорее всего, не буду. Окей, от того же человека. Как вы относитесь к украинцам, к американцам? Жду полный ответ, 6-15 слов. Можно в полный ответ уложиться до 15 слов? Считай слова. Украинцы. Один. Вполне хорошие люди. Два, три. По-моему, 4. Ну ладно. Это мой счет. Твой счетчик. Ладно. Отношусь на самом деле к ним вполне нормально. Какая разница, как говорится, какая человек, раса, национальность и прочее подобное. Я и к неграм тоже нормально отношусь, и к азиатам, и прочим. Я вообще не вижу смысла кому-то относиться плохо. Единственное, если человек дурак, то это дурак. И к нему ты относишься как к дураку. Если человек умный, то умный. То с ним нормально можно пообщаться. Вот вся разница. А к национальности и прочему я отношусь нормально абсолютно. То есть я выделяю чисто личности, а не весь народ в целом. Так что вполне нормально. Про американцев могу сказать то, что, ну, есть они и есть, я к ним никак не отношусь. Да, вот ты в Москве, они в Америке. Да. Ты к ним относишься. А братья славяне и украинцы, они рядом. А ты? Давай. Я так понял, там был вопрос ЛДС. Нет, там был только... Там вообще имен не было. А вопрос на твоей стене. Все, ты ответил, поехали дальше. Ответь, он скрывает свое отношение к украинцам, братьям. Я вообще за любой народ, так же, как и ты. Единственное, к кому я плохо отношусь, это к политикам, которые пытаются поссорить народы, и все. Вот, да. Но вообще, на самом... Зачем они это делают, я понять не могу. Ради денег, но что эти фантики тебе дадут? Богаче ты умнее и лучше не станешь. Нам не понять их непонятные мысли. А, к тебе 2-3 вопросика сейчас, таких маленьких таких. Да. Готов? Подожди. Да, давай. Эл, хочешь ли ты завести собачку? Лайку я хочу. Ладно, давай прочитай, чтобы все в курсе были, о чем. Эл, хочешь ли ты завести собаку? Хочу. Если да, то какой породы, цвета и пола? Хочу француза, девчонку, потому что обычно, если заводите кого-то, надо противоположного пола заводить, чтобы они вас слушали. И расцветку, пофигу на какую, главное, чтобы не белая была. Какой твой любимый, точнее, самый любимый вид спорта? При этом футбол не считается. Да, я футбол не считаю видом спорта. 24 мужика бегают за мячиком. На них еще деньги кто-то зарабатывает, ну да ладно. Мой любимый спорт, вот я когда-то занимался великом, BMX, если кто знает, потом маунтенбайк перешел. Скорее всего, вот это. Какой твой любимый фильм? Не знаю, вот прям так и не ответить сходу. Револьвер. Я от себя добавлю то, что мой любимый фильм — это «Бойцовский клуб». Я хотел сказать, но это мейнстрим уже. Ну ладно, тогда есть еще, как же этот, не бойцовский клуб. Черт забыл. Ладно, потом можешь украсть? Не-не-не-не. Смотрел ли ты фильм «Звездные войны»? Нет. Я не хочу. Если да, то какой эпизод любимый? Не смотрел, чувак. Я смотрел не «Звездные войны», а как это? «Стар Трек». Или это же и есть «Звездные войны»? Нет, это не «Звездные войны», это две разные вселенные. Если тебя сейчас слушают эти два клуба любителей «Стар Трека» и «Звездных войн», тебя слегка прибьют. Ладно. И что дальше? И что ты дальше думаешь насчет того, что этот фильм выкупил Дисней? А вообще я добавлю еще к этому вопросу. Что ты думаешь насчет того, что Дисней скупает много офигенно крутых... как это называется,
вселенных, рецензий, ну, да. Да, и подминает под себя и делает из него говно. Мы разве не с тобой говорили, что у них... Мы с тобой не говорили это в прямом эфире. Не, ну мне кажется, ты хорошо отнесся к тому, что они «Принц Персии» нормально сделали, или нет? Там как бы... разве? Я... мне «Принц Персии» не понравился, на самом деле. А, не, знаешь, ты, извиняюсь, не с тобой я это обсуждал. Не знаю, мне по... Дисней сделала «Принц Персии», мне он очень понравился, не знаю, почему он тебе не понравился, может, тебе надо было кровь? Просто, понимаешь, как бы тебе сказать, я очень сильно люблю вселенную «Принц Персии», еще с того момента, как она вышла на Дэнди, поэтому у меня с ней свои такие чуткие отношения, и мне кажется, что они немножко сделали как-то не то. Ладно, умеешь ли ты готовить? Конечно, жить 8 лет в одиночестве. В кавычках, и научиться готовить, да, умею. Тогда вопрос, какое твое любимое блюдо? Пельмени не подходят, это уже от меня. Любой суп. Мое любимое блюдо. Если так нужно ответить на вопрос. Борщ, все, вот. Не пельмени, так борщ. А, то есть ты солянку не любишь, да? Сборную. Сборную? Я, скорее всего, не готовил ее. А, вот в этом. Ну, на самом деле, я бы ответил, например, сборная соляночка, особенно сам при этом. Ну, ладно. Смотришь ли ты программу «Модный приговор» на Первом канале? Ладно, это не мой вопрос. Но окей. После того, как там сменился ведущий, ни разу не пропустил ни одного выпуска. Да? Надеюсь... Чувак, я могу уже скайп подключать? Чувак, когда у тебя в этой, как его, в зале орёт Первый канал, когда три двери не спасают, мне кажется, ты волей-неволей будешь это слышать и смотреть. Хорошо, сколько у тебя друзей? Трудный вопрос, трудный. И при этом все друзья посмотрели и думают, а он про меня не сказал. Не, я сейчас назову цифру, и все такие, друзья, блин, а интересно, я в эту цифру вхожу? Пусть это останется тайной. Ну, я так надеялся, что назовешь цифру, ладно. Я бы тоже думал, а я в эту цифру вхожу. Читал ли ты... я же просто твой подписчик. Ну, так и я про то. Читал ли ты книгу Робинзон Крузо? Если... этот, знаешь, были такие раньше вещи, диафильмы. Вставляешь, крутишь. Да-да-да. Вот. Если это можно посчитать за книгу, тогда читал. Нельзя. Тогда не читал. Тогда не читал. Но будет ли фильм раз 10 перекручивал в день. Да. Будет ли прохождение всех частей игры Crysis? Нет, мне ни одна серия не понравилась, так что не будет. Какая твоя любимая песня? Тут не знаю почему, но мне сейчас It's My Life в голову приперло. Я не буду говорить, что мне в голову приперло. Ну ты уж скажи, чё уж там. А в общем, на какие оценки ты учился в школе? На твердые тройки и четверки. Чувак, братюнь. Пятерки было только по пению, по физкультуре. И по трудам, конечно. Не, чувак, тогда это не true. У меня пятерки были почти по каждому предмету, но в основном были тройки и четверки. Но зато четверки, как правило, вперед в конце выходили. Ладно, я зашел в плейлист «Распаковка игр» и посмотрел обзор синих игровых наушников G430 через одно видео обзор игровых наушников GameCon 780. Так что же, наушники G430 так быстро сломались? Нет, просто пошел. Есть такая фишка, вы идете в магазин, покупаете наушники и на у кассы спрашиваете у продавца, можно их вернуть, если они мне не понравятся. Если продавец говорит «да», тогда вы просто любите этот магазин, потому что вы можете брать продукт, распаковывать его, показывать, оценивать, если он вам нравится, оставлять, если не нравится, относить его. Вот так же с этими наушниками произошло. Я им вам показал, рассказал, они мне не понравились тем, что встроенная USB-карточка, она плохо контактировала с моим лэптопом и выдавала
очень тихий звук, но очень чистый. Я не знал, как. Я мучился где-то ровно неделю, пытался все дело настроить, но у меня это не получилось. Я плюнул и пошел отдал их. Ну и поменял на Gamescon 780. И все? Вот. А теперь я расскажу свое мнение, как это происходит, как правило, ну, не знаю, во всей или России, но в Москве точно. Ты приходишь в магазин, покупаешь наушники, спрашиваешь у продавца, можно ли их вернуть, он тебе говорит «Да, чувак». И ты такой «Окей». Приходишь через неделю, пытаешься вернуть наушники, а тебе говорят «Хрен тебе, чувак». И ты говоришь «Твою ж мать». Вот примерно так это происходит в России. Ну да ладно, перейдем к следующему вопросу. Почему YouTube заполонило всякие лололошки, юзи, бендеры, фросты, они майнкрафтеры? Не понял с эти вопросы, но в целом, почему они заполонили YouTube, видимо, а мы нет? Ну потому что мы не играем в Майнкрафт, а они играют, вот и все. То есть, смотрите. Если кто не в курсе, раскрою секрет, что когда у игры пиковая, как это сказать, пиковая популярность, вы на этом можете очень быстро подняться. Не, вне зависимости, хорошо вы снимаете или плохо. Вот. Как только пик пропадает, игра уходит на второй план, канал дохнет. Поэтому я же придерживаюсь мнения, играйте в то, что вам нравится. А те, кому нравится смотреть, они будут вас смотреть. Да, вот я с этим полностью согласен, но вот я просто как пример. Например, где-то, по-моему, 7 лет назад мы могли бы спокойно начать снимать с Элкином прохождение, ну, прохождение в кавычках, естественно, Вова. И мы бы довольно быстро поднялись, как бы. Потому что тогда он был в огромной популярности, насколько я знаю, и было бы все круто. Вот. А еще у тебя спрашивают, где StarCraft 2? На другом канале Elkin Life, там он всегда есть и будет. Если кто спрашивает про стримы в 2 на 2, 1 на 1. Ладно, хорош ты меня, пытать уже. Тут последние два вопроса. Первое, на канале всякий Hearthstone, да и только, почему так? Потому что... Опять буду повторяться, стримы StarCraft на другом канале, а Hearthstone я просто играю, записываю и выкладываю, чтобы зрители не думали, что я отдыхаю, бездельничаю, занимаюсь другой фигней или просто на отдыхе. Вот так вот. А вот, а еще тебя тут попросили дать твой номер телефона мобильного или домашнего. Это страшная тайна. У меня нету мобильного телефона. Как ты так живешь? Не ловит мобильная связь. Ладно, к нам вопрос. Будем ли мы играть в эпоху Империю, Азитские династии? Ты знаешь такую игру? Я даже не понял, что ты сейчас прочитал. Ну, еще раз читаю. Вы будете играть в эпоху, хотя это не вопрос, это утверждение, что мы будем играть в Империю, Азиатские династии. Такая, видать, игра есть. Ну да, я знаю эту игру, Империя, да. Веселая. Нет, не будет. Не будем. Вы будете опять играть в войны Тиберии? А, это да. Ты будешь? Да, я. Вот, где спланирую? Но она пока там. Там. Оно там. Там, ну да, в списке. А Рок Легаси случайно тоже не там? Я сейчас пытаюсь вспомнить, что это на самом деле. Что-то знакомое. Ну, наверное, там же где-то, да. Там же. Окей, вот человек спрашивает тебя, Дес, я начал смотреть сериал «Теория большого взрыва» и не могу понять слово, что такое базинга. Ну, ты знаешь, что такое? Я нет. Ответ на самом деле простой. Вот представьте, что я сейчас рассказал не смешной анекдот. Но вот Элкин уже показывает, как он смеется. И после анекдота, чтобы вы поняли, что это анекдот, я говорю слово «лопата». И вот видите, действует. Работает, гаденыш. Ну вот, собственно, это и называется примерно так. Ну, на самом деле, разные ассоциации были с этим словом, но базинга, оно как бы и в Африке базинга. Поэтому
Как бы так. Ладно, Эл, в одном из подкастов ты говорил, что Сара и знать не знает про то, что Артус существовал. Тогда скажи, а как же тогда под... А, пасхалка труп Артуса на Калдире... Нет, давай это перезапишу. Не надо. Да, я это перезапишу все-таки. Эл, в одном из подкастов ты говорил, что Сара и знать не знает про то, что Артус существовал. Тогда скажи, а как же тогда пасхалка труп Артуса на Калдире в StarCraft 2? На то она и пасхалка на Калдирисе. Что, типа, это было давно, он замерз, и вот тут Сара прибежала. И да, и это неправда. Это неправда, это такой юморок у Blizzard. Эл, очень хочу с тобой поиграть в Hearthstone, как тебя найти? В сообществе меня найди и спроси, хочешь ли ты со мной поиграть в Хардстоун. Я бы хотя буду знать, кто это. А то так мне и в Хардстоун пишут. Точнее, ну, в прохождение. Давай я с тобой сыграю. А как с тобой связываться, непонятно. Ладно, Дес, играл ли ты в Mass Effect? Если да, то второй вопрос. Будешь ли ты снимать прохождение? Ну, как сказать, даже в прошлом подкасте мы говорили о том, когда Элкину задали вопрос, как ему концовки Mass Effect, я отвечал, что он не играл, а я играл, и я отвечал свое мнение о том, что мне не понравилась концовка. И в итоге, да, я играл, соответственно, и да, возможно, буду когда-нибудь делать прохождение. Причем самое интересное, у меня есть маленькая идея о том, как его сделать довольно необычным. Но проблема в том, что она, естественно, как обычно, будет никому не популярной, и смотреть его будете только вы, ребята дорогие, поэтому как-то так. Вот. Эл, okay. У меня такая проблема. Я скачал Warcraft 3 Frozen Throne, а там только две компании орков, ночных эльфов. Как запустить остальные, особенно компанию нежити? Ну, во-первых, там во Frozen Throne начинается с нежити, по-моему. Ну вот тебе человек и говорит о том, что у него какие-то проблемы с этим, и там есть только компании ночных эльфов и орков, и скорее всего он скачал не Frozen Throne, а предыдущую часть, я не помню, как она называлась. Хотя нет, он скачал мод, это есть такой мод, где типа какой-то а-ля чувак сделал продолжение Артаса. Я вспомнил, во Frozen Throne вначале играешь ночными эльфами, потом... кровавыми эльфами, то есть альянсом, а потом уже нежитью, там, когда Артас идет за доспехами. Ну, а потом отдельно, потом есть компания орков. Ну, это отдельная компания. Видать, ты скачал не ту сборку какую-то. Вот, да. Просто найди правильную. Давай, Элочь. Следующий. Да. Дес, смотрел ли ты аниме «Вторжение титанов»? Если нет, обязательно посмотри. Даже величайшему в кавычках Эрфореллу понравилось. Ну так? Нет, «Вторжение титанов». Я понял, я слышу. Нет, не смотрел. Может быть, посмотрю. Хотя Эрфорелл для меня не... Это... Какого? Ну, ты Ничего. Знаешь это слово. Ага. Дес, плиз, тебя умоляет человек. Дес, плиз, можешь сделать видео обучение, что да как в Dragon RPG? Да, могу. Чуть позже будет. У меня даже были в планах все это сделать. Ну, ребят, честно, иногда времени на это не хватает. К тебе вопрос. Эл, где видео? В понедельник будет. Эл, тебе ключик на героя в буре не пересылали? Нет, Blizzard мне даже страйк выдали. О каком ключе вы говорите? Дальше? Или все? Все. У тебя Окей. вообще все. У меня вообще все? Ну ты вообще все. Подставщик. Так, самое крутое дополнение Вова, запятая. Вопрос обоим. Каких юнитов хотите в игре? Я бы ответил, но обои молчат. Да, обои молчат. Потому что в Вове есть классы и расы, юнитов там нету. Да. А ты что скажешь? Да я с тобой, наверное, соглашусь. Потом человек хочет посмотреть, видать, мою игру и мои команды. Не, ну ты читай, как вот оно есть.
Ну тут как-то стыдно читать. Элка, я хочу твои стримы, хочу твою командную игру, точка. Но он, прямо видимо, хочет командную игру, либо чтобы ты поиграл с прочнистым и ником, либо чтобы ты вернулся в старое русло и играл со мной и ником и прочнистым вместе. Что-то вот... Я только такое это вижу, как бы. Вот. Так вот. Ну давай дальше. А нас опять же таки спрашивают про обстановку в Украине. Как тебе? Но... Что ты по этому думаешь? Обстановка в Украине, в принципе, печалит тем, что из-за данной ситуации, скажем так, назревает... Ну, война не война, но небольшое такое волнение на всей планете, потому что американцы к этому как-то начинают подготавливаться, русские тоже, и что-то как-то назревает. Ну, пока не знаю чего, но Украина стала таким толчком. Не в плане, а в плане пуш. Уж ладно. Да. Как вам достижение паралимпийцев? Ну, как я уже сказал, в целом я не смотрел Олимпиаду. Я знаю, что в итоге наши более-менее там сравнялись, вот. Но я не могу ничего такого сказать. Ты? Да, а ты? Как тебе обстановка, как тебе достижения? Давай, скажи. Ну, любые достижения паралимпийцев уже и так вызывают к ним уважение. А так я вообще не смотрю эти олимпийские игры, так что я никак не могу ответить на этот вопрос. Про Украину, ну... Опять же таки, возвращаюсь к вопросу про национальности и народы. Опять же таки, это Украина, это дело рук политиков, а не самих людей. Кто-то дал толчок, и опять это слово. И вот это все, что сейчас происходит, мы за этим наблюдаем. Так что не плохое любите слово. Политиков. Да. Да. Когда резня боссов из Вова под эпичный музон? Ты же сказал все насчет вопроса. Так я читаю свой вопрос, который ты не прочитал и пропустил. Он у меня не прогрузился, видать. У меня есть вопрос, кем в героях вы будете играть? Насколько я знаю, ты альфу не запускал? Я вообще решил себе не портить впечатление альфа-версиями и не запускал. Вот так вот. А я буду играть, если честно, наверное, новый. И, блин, забыл, кем и же толчком. Я еще хотел. Да, и толчком. На этом мы завершим наш тогда. Но, тем не менее, ты, кстати, не ответил насчет, как резня боссов, когда будет резня боссов из Вова под эпичный музон. Ну вот, знаешь, как делают там крутые кланы, там, бла-бла-бла, что вот они убили, там, никого не покоцало. Ну, когда у нас будет свой клан, или хотя бы VLFR, по-моему, как он там называется, ну, когда поиск группы, если мы это с тобой запишем, мы это сделаем под крутой музон, и потом нам дадут еще один страйк за использование крутого музона. Но мы это сделаем, потому что вы это просите. Вот. И все. А я даже, наверное, скажу, скорее всего, это будет не раньше, чем выйдет вот патч к Вову глобальный на садике, огородике. Садике. Вот, так что, скорее всего, вот так вот. Ладно, всем спасибо, всем пока. С вами были, как всегда, Эл, с вами были, как всегда, Дес. И, в общем, всем удачи, рады были вас слышать, отвечать на ваши вопросы. Ждем следующих вопросов. Они зависят, как всегда, от вас. Чем больше и чаще вы будете писать вопросы, тем больше и чаще будет этих подкастов и больше. Сможете о нас узнать чего-то интересного, или мы вам сможем рассказать что-то интересное. В общем, всем спасибо, всем удачи и пока. Пока. Ну, а там подумаешь, 40-33 минуты. Ага. Let me stay here. Don't take this from me. No! Oh. Thank God, you lived. No, 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 what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Stanley, let's go back to the other room. Can you do that? My God, is this really how much you dislike my game?
But you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back.